Сметная документация, она должна быть выполнена на основе плана детальной планировки. Естественно, в законе об архитектурной градостроительной деятельности четко предусматривает, что ПДП это и есть часть градостроительной документации по детальному освоению участков населенных пунктов. То есть сам генплан он не может охватить. Генплан это общая картина развития населенного пункта. В генплан все засунуть. И потом все, сидеть тихо, чисто по генплану, это будет грубое нарушение. Даже иски, которые подает местный исполнительный орган в связи с изъятием земель для государственных нужд, можно в судебном порядке признать их незаконным, в связи с тем, что у вас просто ПДП не утверждено. Поэтому я бы хотел, чтобы местный исполнительный орган перед тем, как ввести работу, они хорошенько провели мониторинг. Если в вашем населенном пункте ПДП, если до 5000 населения, упрощенная схема проект застроек, а свыше 5000, там уже, естественно, к вам уже более такие существенные требования в отношении градостроительной документации.